Откуда улетел Ник? Мы с Питера сейчас летели, но мы 2-го утром только приехали. Сутки ехали. Я смотрел, ты там в музей сходила? Расскажи подробнее. Да, в Эрмитаж. Ну классно. Питер, культурная столица, приезжайте. Один из лучших городов Земли. Понравилось, да? Да, очень. Там прям вообще... Ну, Эрмитаж не обойдешь, мне кажется, за месяц. Там 5 зданий только входят в него, и... Я часа 2.5 походила, и сложнее, чем тренировка, если честно. Ну вот так вот сейчас проблем на бал, тут прилетел с вас тренировка. Нормально? Адаптировался же? Да, все как бы знакомо, в принципе. Так что адаптация и не нужна. Уже давно адаптировались, я думаю, все как бы знают друг друга, знают, что нужно, что нельзя и так далее. Вот сейчас «Зенит» на первом месте, 0 пропущенных. Да. Как получилось так прибавить? Работа тренерского штаба. Ну, в принципе, я думаю, команда как-то, ну, говорят же, я не знаю, как поговорка звучит, сколько лет нужно, но я думаю, где-то к 3-му, 4-му году, если начинать с самого там нуля, то команда выходит на какой-то более, мне кажется, именно более повзрослела команда, не, я имею в виду, не беру возраст игроков отдельных или общее там среднеарифметическое, а просто вот игроки приходят, уходят, уже какой-то есть костяк, уже есть какое-то понимание вообще как что, и команда уже более готова, я думаю, решать задачи и поставленные цели. Супер! Спасибо! Приездом. Там дворец спорта, где построили, да?